нас там очень сильный дождь, гроза, а мы с Эви гуляли. Мы хотели к Кире пойти, но гуляли, видели, что небо затягивается тучами. И уже как-то прям чувствовала я, что нужно идти обратно домой, что мы нигде не переждем. Какая-то интуиция мне подсказала. И вот мы вовремя пришли, уже начало прям капельки какие-то уже небольшие. И мы уже были возле подъезда. И как только мы зашли в квартиру, начался большой ливень. Я Эви одела платье. Это, конечно, наш Васек в платье. Мы просто так шутя иногда называем ее Васек. Ну, это, конечно, в шутку просто, что ей платье, мы не привыкли. Просто маленьким совсем вот такого возраста. Ей неудобно в платье, потому что она, когда ползает, она за него цепляется. Поэтому мы ее не одеваем. Вот мы не привыкли. Она смотрит мультики. Тут есть песенка, тут мультик про ежика рисованный такой. А ей очень нравится. Будем Иру ждать. И пойдем уже за ней, конечно же. Потому что там очень сильный дождь. Вот здесь вам лучше будет видно, какой у нас дождь. Такой хороший, супер. На самом деле, я люблю дождь, когда можно сидеть дома. И не нужно под ним находиться или там от него сбегать. Можно насладиться вот. Ну, правда, не после каждого дождя появляется прохлада. Бывают, наоборот, дожди, от которых душно и жарко. Шла на обед. Принесла донер плейт. Это из нашей шаурмяшни, любимой. Просто сегодня у нас обеда не было. Она хотела потом зайти за макаронами. Музыки не будут ругать? Да пошли они. Будут, конечно, ругать, ну ладно. Вот. Короче, хотела зайти она в нашу пиццерию Пиранья, но она закрыта, какой-то праздник, да? Да. И люди в венках ходят, поэтому пришлось бежать искать обед. Вот мы нашли быстрый обед такой. Картошечка, мясо, которое для шаурмы, и овощи. Вот. Вот такой у нас день сегодня. Всем приветик. Мы с Ирой идем за штанами, у нее рэпнули штаны, порвались. А я не стриглась уже полгода. Ну почему? Я же тебя стригла, помнишь, когда это? Ну, Сонечка мне чуть-чуть подравнивала, где-то... но вы видите, в общем, что очень плохо. Ты себе поправь его, что ты намотала. Да, а я не стриглась чуть-чуть. Ну, я хочу постричься сегодня или завтра, или послезавтра, когда Эви будет спать. Смотри. Что это? Реклама. Апельсин сгнивший. Смешно. У Иры штаны порвались, причем мы сегодня гуляли, на травке сидели. Я не показываю твои штаны, потому что я на себя направлена камерой. И я вижу, у нее дырка, она даже не знает, с какого момента. Может, она так ходила. Они у нее такие просторные. Непонятно, как они вообще порвались. И мы идем большой размер, H&M, и будем смотреть, что там мы сможем найти. Найти. Потом мы пойдем в секонд-хенд. Это так. Да, что мне нравится в них? Что они были вот такие сухие-сухие, а потом они начали возрождаться. Вот покажи, какие они были. Ну, они просто это... Как-то они поздние, поняла? Мне нравится, что они зацвели. Я думала, поздние. Что они уже все, что они уже... Я тоже думала, что они умерли. Короче, потом пойдем в секонд-хенд какой-то найдем. Там есть один навес такой недорогой, он чуть дальше. Ну, посмотрим. И сходим Эви каких-то футболок наберем, потому что... Она вот поела, испачкалась, я бросаю стирку, и все. И получается, что у нее мало футболок, она быстро вырастает. Они ей становятся маленькие именно вот где, по ширине, как-то так. И надо набрать побольше, на полтора года. Подожди, расскажи про праздник вот этот. А я ничего про этот праздник не знаю, кроме того, что это вроде бы солнцестояние, и этот праздник здесь все празднуют. Да, и у тебя выходной понедельник. Да, три дня выходных. Три выходных и праздник, который здесь очень считается таким большим. В Украине, например, этот праздник вообще не празднует. Вернее, этот день не празднует никак. Ну, 21-е самый длинный день в году. А здесь это самый такой большой праздник, как Рождество, наверное. Ну, так нам говорили. Да, и вчера люди ходили с венками.
А Ивана Купала не в эти дни? Наверное. Может быть, это связано. Ивана Купала связан с этим днем, ну, самым длинным. Что я помню, для меня Ивана Купала ассоциируется просто с детством. Мы в селе. А в моем детстве не было никакого Купала. Когда я была маленькая, я ездила часто в село Винницкой области, там наши родственники, и там устраивался праздник. Мужчины, парни лазили на столб, там срывали какие-то подарки там были. И мне всегда, я завидовала, мне было там 5 лет, а я завидовала и думала, я бы залезла и достала. Но там все большие были, я не могла даже, ну, как-то, я молча завидовала, даже сказать кому-то, что пустите меня. Потому что это для больших пацанов было. И там костры разжигали огромные, такие высокие, прыгали через них. А ребенок все видит как бы в увеличенном размере, поэтому, скорее всего, оно выглядело намного все меньше. Но для меня это были огромные костры, прям много их, и такие до неба. Представляешь, вот и столбы эти у Эйви это все еще впереди. Ну, она даже сейчас, для нее весь мир выглядит намного больше, чем в большом размере. И он бесконечный, потому что... бесконечный. Вот я, например, уже чувствую, что жизнь не бесконечная, а Эйви еще нет. Да, хорошо. Да. И даже я тебе скажу, лет 20 люди думают, ну, чувствуешь, что их жизнь бесконечна. Они да, в 20 молодые, лет ты только начинаешь смотреть фильм, как бы молодые, еще все впереди. Да. И они думают, а потом очень быстро, они думают, что вот завтра они смогут это сделать. Они откладывают некоторые вещи на завтра и просто, знаете, чем занимаются. Там тусят и там гуляют. Вот я просто про блогеров думаю. Вот знаешь, если мой блогер там по 20 лет, какой у них образ жизни. А вот потом уже люди уже задумаются, ой, уже столько прошло. А надо детей, семью, надо дом, квартиру, потому что, ну как без этого, это нужно обязательно. Фух, вот как-то так, у меня рука упала. Ну все, тогда заканчиваем. Там камеру не держала, наверное. Смотрите, что я вам покажу. Мы идем, а как можно не заметить, он салатовый. Как хорошо, что мы этот брелок купили, мы бы так могли не заметить. Мы идем, короче, мы же, Ира потеряла ключи недавно. И я такая, а она проходит мимо, а я такая смотрю и думаю, что ты прошла мимо, вот же наши ключи висят. И мы их просто кто-то повесил, чтобы мы их нашли. И вот они, потому что это наш брелок, это наши ключи. У нас просто такие же есть, я могу вам показать, чтобы вы понимали, что мы не чужие ключи берем. Сейчас я вам покажу, что у нас такие как же. Приятно. Вот вторые. Такие же. Вот. И вот первые. Это наши ключи, блин. А я, главное, что я понимала, что они будут где-то висеть. Я так и думала. Но я искала вот на этом заборе. Я думала, сюда повесить. Ага. А я их, видимо, здесь потеряла. И я еще... А ты ходишь по этой стороне? Ты понимаешь, в чем дело? Я как раз один день решилась пройти по этой стороне. И я потом искала и здесь, тот день, и там. Я хожу, но я смотрю в основном вниз или на заборы. А сюда я не понимала. А может, они здесь недавно... Ну, недавно висят, как бы. А мы здесь и правда не ходим обычно, поэтому мы ходим по той стороне, и мы могли бы... Хотя, благодаря брелку, вот именно брелок, он очень яркий. Как классно, что я этот брелок купила какого-то... Да, да, просто там другого не было. Но мы будем знать, что брелок нужно обязательно выбирать очень яркий. Да. Ну, в Украине, конечно, если потеряешь, то вряд ли найдешь. Но здесь можно.